Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас пресс. Один из подписчиков попросил сделать небольшой обзор по прессу. Ну, скажем так, пресс можно не покупать. Его можно изготовить своими руками. Сложного в этом ничего нет. Домкрат вам приобрести только. И там уже дело техники, либо вы его перевернете, сделаете обратного действия, тогда он будет более, как говорится, зафиксирован, у него не будет подвижек вот этих. Или же простой вариант, вот как такой, стоит на обычной площадочке из швеллера и давит вниз, там приварен стержень. Для домашних условий, вот как я использую его, мне его достаточно. Я все свои потребности им выполняю. Я сейчас покажу размеры, в какие он. Если кому-то будет интересно, и при желании человек просто может заказать металл, нарезать и сделать все. Здесь нужно только дрель, сверло, сварочный аппарат и болгарка. Все. Других материалов. Пружина не готова в магазине продается. Крючки не готовы продаются. Болты купить. Метизу скрутить снизу, скрутить сверху, и это выйдет, ну, раза в 3 дешевле выйдет, чем покупать его. Вот я его покупал, закупочная цена ему была где-то в районе 12 тысяч, он мне обошелся. А так, если в магазине его покупать, он дороже получается. Домкрат здесь 12-тонный, обычный, автомобильный. А высота... Стойки. Метр 22. Ширина между швеллерами 42. Ширина площадки 53. Вот этот верхний, это квадрат. Квадрат на 70. 70 на 70. Болты вверху держат квадрат. Ну, это для разборки, сборки. Можно на сварке собрать. Отверстие на 17, диаметр штифта на 16, внизу два уголка, ножки, на 50 уголок. Уголок 50-й. И вот этот уголок, это 35-й уголок, опять же на сборке, можно на сварке собрать. Отверстий здесь 8 отверстий. Вот этот сделан с такого швеллера, как и площадка. Ну, а здесь уже произвольно. Она на 40 миллиметров, на 40 сантиметров. Здесь вот такой профиль сделан, приварен и скручен болтами. Здесь такой же профиль, но он, как я подозреваю, выгнут. Просто из металла выгнут. Вот она двигается. Этот зазор можно сделать меньше. Даже не можно, а нужно сделать меньше. При нажатии не будет вот так вот сильно гулять, будет более ровнее идти. Вот здесь вот сверху, под домкрат, кусок трубы приварен, чтобы он не вывалился. Ну и две шайбы приварены. Здесь прикручены крючочки, пружины висят. Ну а здесь арматура.
получается у нас не арматура, а сколько она у нас? 25 миллиметров шток. Здесь просто два швеллера, сварены между собой уголками по ширине, чтобы они зашли на боковые стойки. Ширина здесь получилась по ним 85. Руки, материалы и время сделать несложно, но работу облегчает по дому очень хорошо. На этом все. Всего вам доброго.